незыблемая бесконечность в этом слове. Это не только родители. Это слово, уходящее в тысячелетия. Память. Таков мой путь. Шли годы. Десятки лет упорного труда. В моей жизни было много опыта, поддержки, любви, соблазнов, открытий, путей и дорог. Но целостно было одно. Я никогда не забывал, кто я и откуда пришел. Я всегда тянулся к истокам. Выбирал только одну дорогу, следовать зову крови своей большой семьи. В этой части можно потерять все, но из жизни моей не отнять мою историю. Каждому свой вест, не погорит без потери. И зверь должен сорваться с цепей, клетку разбить, чтобы встать и доказать, кто сильней.
You must be dream, dream, dreams come true. Because you're dreaming, dream, dream, dreams come true. And just believe dreams come true. Oh,
Спасибо, космос. And I believe in you, обязательно, с абсолютно необузданной энергией, ну, приблизительно где-то с такой же, как у меня. И вот этот человек сейчас обязательно прыгнет вместе со мной. Есть такой? Вот, вот, вот. Смотри, вы же прыгаете. Отлично! Давай, давай, друзья, давай, смотри, раз, три! Спасибо огромное. Соединяющий человек, просто спасибо вам огромное. Дай ему здоровья тоже от души. Мое почтение. Спасибо. 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 Я понял. Вы знаете, нашу сегодняшнюю встречу вы просто превратили в легендарнейшую встречу. Спасибо огромное. Спасибо. Сынка вам. Спасибо. Есть. Приветствую. Какая вы интересная. Вообще, вы думаете, что сцена здесь? А у меня сцена там. А вы перевернули и не сделали фотографию. Ну, послушайте, 23-й год, ну что это? Давайте уже постигать эти все штуки. Все. С этого начинается ваш влог, наверное, нет? У меня сердце пылает, горит на тебя, там просто сгорает. По жизни. Самое-самое важное, что есть, мне кажется, на сегодняшний день. И главное, удивляет не со знаком минус, этого хватает вот так вот выше крыши, а вот все-таки со знаком плюс. Вот. Удивляет, когда увидишь что-то хорошее, какой-то человек сделал другому. Вот это удивляет. Это вдохновляет, вы знаете. Ну, у нас сегодня с вами, кажется, встреча такая взаимоприятная, взаимопроникающая, тонко настроенная. Прямо, знаете, как безладовый инструмент. Абсолютно. С днем рождения! Я не буду ни тебя жить.
свободно вполне. И не надо вдвойне, мне хватит и взгляда. Ты даже и даже в губе одни сделали вручную, только сами для себя. Я в ледяной горю огне, будет холод, это мне снова мне, не надо мне. А вы свободны вполне, вот я же вижу. Пойми, не надо вдвойне, вот правда. Мне хватит всего лишь хуй со мной, друзья. Ты должна рядом, ты должна все. Сейчас придержу паузу под неразрешенный момент. Yeah.
Только у нас такие особенности происходят, конечно же, исключительные ситуации.
Поздравлений много не бывает. Конечно. Замечательнейший, просто невероятный, исключительный бэк-вокал. Просто невозможно какой-то, просто энциклопедический. Yes! Михаил! Первый лучший! И за то, что мы с вами обязательно еще встретимся! Всего самого доброго! Я сильно вас обнимаю! Все цветы забираю! Отчет у меня в социальные сети! И что же мы будем с вами делать? А что мы будем делать сейчас с вами? А что вы думаете? Уходить, да, вы считаете? Ну, в принципе... В принципе, да, вы правы. Всего самого доброго, обнимаю и до скорых встреч. Не болейте, друзья, не болейте, не болейте. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Всех меня заберу, все мое. На удачу. Пока. И ничего не говорит, она просто в шоке от эмоций, потому что было круто. Народу! Полный зал был. Вот я твой номер один. Бэйби, номер один. А мама не была. Ну и ладно. Вообще, лайк, Дима Билан forever.